сказка эта не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест, и мертвым был во гроб положен с древа Он, и в третий день из гроба Он воскрес. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Пусть слышится под сводами небес горячее приветствие пасхальное. Христос воскрес, воистину воскрес. Приходит этот день порой весеннюю. Христос воскрес, сияет солнце свет, и в календарной строчке воскресенье, воистину воскрес, звучит ответ. Когда вы скажете любому русскому: «Христос воскрес!» знакомые слова, пусть верит или не верит в Бога он, воистину воскрес, ответит вам. И люди непривычно улыбаются. Христос воскрес и перед вами, друг. И даже тот, кто Бога отвергается, воистину прошепчет вдруг. Воистину воскрес и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам птичьим пенье слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. И тот, кто верит в чудо воскресения, в прощение грехов, Голгофский крест, сегодня радуется о спасении. Христос воскрес, воистину воскрес. Не скрыть, не удержать нам этой радости. Мы торжествуем, мы поем сейчас. Христос воскрес, вы со мной вместе радуйтесь. Воистину воскрес, Он и для вас. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!